Меня зовут Ландрат Ольга Юрьевна. Я учусь сейчас в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете. Сама закончила школу номер один в Мурманской области, в городе Мончегорске. И мой любимый учитель как раз вот оттуда. Ее зовут Романова Галина Васильевна, историк и обществовед. Она строгая, да, она довольно придирчивая, но тем не менее, несмотря на то, что нам раньше не нравилось, то, на что мы акцентировали внимание и обижались, возможно, на эту учительницу. Я понимаю, что сейчас мне это в жизни очень сильно пригодилось, и то, как она нам подавала это знание, даже не все преподаватели в ВУЗе могут так сделать.